Выполняем правым боком, приставными шагами. Движемся только на передней части стопы. Руки работают у нас одновременно вперед-назад. Смотрим. Смотрим. Приготовились. Начали. Сегодня мы предлагаем вам познакомиться ближе с директором спортивной школы Александром Головкиным. Но говорить мы будем не только о спорте. Дело в том, что в начале октября были объявлены результаты регионального конкурса «Отец года». По его итогам в номинации «Лучший отец общественный деятель» третье место занял Александр Головкин. Это дочь Головкина Анастасия, она обучается в школе, в первом классе, в школе номер 3 выбрали, потому что как я, папа, как мама обучались, ну, начинали обучаться в этой школе, как бы, ну, поэтому и дочь, наверное, туда пошла. Это жена Головкина Лидия, вот, работает в детской спортивной школе методистом. ФСК готова. Ксения Головкина, она обучается в дошкольном учреждении, в детском садике номер 8. Что касается знакомства, сейчас начал с 16 года. Ну, знакомы были еще 2001 года, когда пришли в школу, то есть учились в одном классе по 5 класс. Потом Лида перешла в лицей обучаться, вот. Потом, когда уехали на учебу, уже по приезду, когда я тут работал, Лида еще училась в Новосибирске, вот, выступали вместе на соревнованиях на чемпионате города по легкой атлетике. Вот, ну и как бы там повторно начали общаться, появился интерес друг к другу, ну и вот, загрузилась, завертелась. Участвовали еще в семейной эстафете, проводила движение РДДМ, движение первых. Вот, и мы в нашем районе заняли первое место, участвовал, первый этап бежал я, дистанция 500 метров была, затем бежала Лида, дистанцию 300 метров, и Настя завершала эстафету, дистанция 200 метров. Вот, каждый этап передавал эстафетную палочку. Вот мы здесь заняли первое место и поедем в город Новосибирск 11 ноября вот, на областной этап, получается, среди семейных команд. Тренировки провожу также по легкой атлетике вот, среди детей старшего возраста и среди детей младшего возраста. То есть у меня две группы. Вот. Младшие. А, Катя, бежим разминку 10 кругов. Хорошо? Вот, младшие, как видите, дети у меня возраст набирал уже 2 года назад, 5-леток, то есть с садика. Сейчас уже дети 1-2 класс, то есть им сейчас 8-7 лет. Кому-то 9 есть, те, кто был в старшей группе в садике. Достижения в спорте, их много. Ну, и много относительно. Опять же, если взять по различным уровням, то есть начиная с муниципального уровня, то есть, ну, тут соревнования. Самое запоминающее, наверное, в 2016 году я бежал марафон впервые, вот, решил попробовать себя на дистанции 42 километра, 195 метров, ну, вот, дался очень трудно, хоть и вел такую стабильную, полномерную подготовку, но ну вот, дистанция была очень трудная. Погодные условия, рельеф, который был на трассе. Приучаем детей тоже к спортивной деятельности. Вот, старшая дочь уже обучается в спортивной школе. Объединение легкой атлетики уже 2 года.
Вот, маленькая еще пока нигде не числится в списках спортсменов. Планы есть, конечно же, выполнить мастера спорта. Вот, сейчас активно ведут тренировку по триатлону, именно зимнему триатлону. То есть включает в себя бег, велосипедная гонка и бег на лыжах, если мы говорим о зимнем триатлоне. Вот осенью, в сентябре месяце, попробовал раздел триатлон – это дуатлон, то есть бег, велосипед и бег. Вот, ну, понравилось, очень удачно стартанул, третье место завоевал. То есть там такие ребята были, и кандидат мастера спорта, и сборная, члены сборной Омской области. Парни были все молодые, там 2003 года рождения, 2001 года рождения. Ну, как бы я себя попробовал, понравилось, думаю, дальше заниматься в этом направлении. Потому что, ну, наверное, вернулся именно работать изначально сюда. Вот. Потом как-то получилось так, что поступил в высшее учебное заведение, остался здесь дальше работать. Как-то все по карьерной лестнице вроде бы поднимался. Вот. Что касается уехать, не уехать. Ну, наверное, ищет человек там, где ему удобнее и хорошо. Ну, пока работаем здесь, все нравится.